Здравствуйте, уважаемые! Доброго времени суток! Меня зовут Ника. И сегодня мы с вами, я думаю, что закончим сериал под названием «Большая коробка с аукциона контейнеров». И первое украшение, которое я хочу показать, это цепь, достаточно крупная. Такое стандартное плетение. Маркировочка есть. Мане. Неплохое состояние, единственное, немножко есть потертость на замочке. Такая весьма приятная, видимо, есть лазерная огранка, она так приятно поблескивает. Так. Сегодня у нас уже остатки, поэтому так, тут какие-то будут бусины, какие-то еще колье. Очень миленькая, черненый металл, центральная вставка полукругом, различного вида кристаллы, каплевидные, маркизы, риволи, багетные. Это стекло хорошего качества, тоненькая цепочка, маркировок нет. Хорошее украшение, такое нежное. Повседневная, я бы сказала, наверное. Так, ну это кусочек чего-то. Так, дальше еще одно, я так понимаю, колье, да? Серебряный тон. Центральная часть. Крупные звенья, перемежающиеся с кристаллами. Дальше это все выходит на цепочку. С одной стороны лобстер, с другой стороны удлительная цепочка. Тут узелочек надо развязать. Но это чокер, это такое очень маленькое украшение. Тоже для повседневной носки очень неплохо. Так. Грязненькое украшение. Такой викторианский стиль на минималках, скажем так. Стеклянные кристаллики, камушки, тоненькая цепочка. Роберт Роуз. Так, поехали дальше. Так, ну тоже назовем это, скажем так, колье, да. Бусины металлические, туго набраны на центральную часть кожаного шнура. Тоже замочек, удлинительная цепочка и наверное, так. Канвас. Не знаю, ни разу не попадалось украшение. Так. Очень красивенький кристаллик в виде сердца. Тонкая под серебро цепочка, нежная. Лобстер, удлинительная цепочка. Еще одно колье, наверное, да. Средняя часть тоже полукругом. Здесь стразовая дорожка. Переходит это в цепь. Застежка. Удлинительная цепочка. Маркировок нет. Так, ну это кусочек чего-то.
Так, украшение такое, видавшее виды в плане возраста. Тоже такой викторианский стиль, сатуар. Красивые медовые кристаллы. Цепочка образует, скажем так, ну, некое подобие веточек. Потом это переходит в цепь с таким необычным плетением. Замочек. И 1928. Ну, неплохо. Это украшение очень весьма. Так, едем дальше. Два в виде сердца подвеса с purple тоном кристаллы. Черненый металл. Очень тоненькая, шариковая, такая граненая цепочка, сверкающая ярко. Даже что-то маркированное, да? Не знаю, AN, что ли? Не знаю, нужно будет посмотреть, что это. Так, еще одна цепочка. Ну, такую цепочку у нас найдется много кандидатов в подвесы. Было много таких черненого металла. Крупная, черненый металл, длинная, с застежкой. Так. Серьги я уже не помню, какие были, какие не были. Очень большой лот, очень много всего. Это нужно будет находить. Я, может быть, когда-нибудь все соберу и сделаю видео по серьгам, которые совпали. Но это будет не сейчас. Сережка, веночек, такие кисти из металлических подвесов. И внутри подвес из бусин на швензе, не маркировано. Так, замок какой-то с магнитом пригодится. Еще одна сережка. Тут в конце много очень одиноких сережек. Это натуральные все камушки. Камушки и стеклышки. Одна. Так, ну, я так понимаю, что типа колечко, что-то такое. Но пластиковые эти штуки и выглядит некрасиво, и я думаю, что и сидеть будет некрасиво, еще и неудобно. Так, шуклип. Ну, вы знаете, да, что такое шуклип? Это украшение для обуви, которые одеваются либо на носочек, либо на задник, чтобы какую-то простые там лодочки как-то приукрасить к вечеру. Но он один, поэтому пока интереса не представляет. Так, такая сережка, черненый металл, диск, цветочек из кристаллов по центру, гвоздик не маркирован. Так, серьга, гвоздик, черненый металл и как бы отлито таким образом, что создает эффект, как будто там, я не знаю, там марказиты есть или что-то такое. Но вставочки есть, вот это вставочки. А все остальное это сам металл. Тоже одна. Так, это натуральный камушек с подвесом, это на ключи. Колечко золотой тон, оно пластиковое, поэтому неинтересное. Так,
Это, видимо, была цепочка, и рванули. Остался только кулон в виде двух сердец, золотое и серебряное, со стразовыми дорожками по краям. А цепочку нужно будет поставить. Можно будет поставить, если останутся лишние, после того, как повесим все кулоны. Так, сережка, металл, эмаль, цветок, страз по центру. Пока одна. Сережка, очень похожа на оникс. Сережка похожа на серебряную. Ну, я думаю, что это так и есть, да? Да, тоже одна. Так, я хочу сразу посмотреть, может быть, есть пары какие-то. Так не поймешь. А вот, искусственный жемчуг, гвоздики, парные даже собрали их, чтобы не потерялись. Так, еще один привет из 80-х. У меня похожие были. Три шара от меньшего к большему на пинах, гвоздик. Пока одна. Так, сережечка, викторианский стиль, стеклянный такой кабошон, лимонное морозное стекло, розовые бусины и розовые кристаллики. Подвес, сердце, все усыпано стразами, не маркировано, без цепочки. Браслетик, жемчужина хорошего качества, на стекле, такое плотное покрытие. Ну, браслет на резиночке, я уже говорила, что не люблю. Еще один браслет, золотой тон, три дорожки стразовые. Неплохой. Дальше. Колье. Это натуральные камни. Очень симпатично сплетено. Подвес. И дальше галтовка с бусинами стеклянными чередуется. Это лабрадорит, так называемый. Видите, красиво, как у него красивая такая синяя иризация. Сам по себе камень серый, а он красиво иризирует. Но на кулоне как-то они его плохо обработали, не так видно, как на отдельных камушках. Это хорошая вещь. Так, тоже очень интересное колье. Это тоже натуральный камень. То есть три ряда бусин. Камень и металл. Собрано на шнур. Длинительная цепочка, лобстер. Ну, неплохое тоже украшение, мне нравится. Так. Очень сережка интересная. Чем интересная? Смотрите, это стеклянная вставка. Такая лимонно-желтая, граненая. И перфорированный задник. И за счет этого такой интересный эффект создается. Пока одна. Так. Ну, это просто сережечка, собранная из бусин. Браслет. Так называемый дутый металл. В 80-х такое делали. Большого размера. На большую ручку. Еще один пластиковый браслет. Такой плотный пластик. Серый. Ну, такой, ничего особенного. Еще один браслетик. Мы таких уже много видели в этом лоте. Две дорожки стразовые. Стрейчевые, так называемые. Очень красивая сережка,
тоже викторианский стиль. Очень мелко сделано, смотрите, на шве маленькие кристаллики, красивые кристаллы такие, а-ля сапфир. Два кристалла утеряно, тоже, наверное, были синие. Так, еще одно колечко такое, потертенькое. ББ зато делала. Так. Красивая серьга, молочное стекло, дымчатое стекло, гвоздик. Пока одна. Какие-то элементики такие тут несколько, даже не знаю, что они значат. Типа, наверное, шармы для чего-то, для браслетов или это морская тематика, конек, морские звезды. Так, еще один браслетик. Не маркирован, такой обычный. Так, браслет, кожа, крест. Крест, битый металл. Два вида металла, золотой, серебряный, на кнопке, не маркированный. Ну, подвеска, наверное, но что-то здесь не... А, тут стекло, какая-то картинка внутри. Тоже, я так понимаю, наверное, или подвес, или серьга была. Но красивая. Сейчас, секунду. Натуральный перламутр. На перламутре такая вставочка. Это все подвижно по отношению друг к другу. Золотой тон, кристаллы. Но подвес будет красивый, если вторая не найдется. Хочу посмотреть. Так. Вот такая сережка. Филигрань, стразы, швенза. Роскошная серьга. Это стекло. Зеленые багетные. Удлиненные маркизы синие, багетные белые и зеленый кристалл. Гвоздик. Одна пока. Думаю, что одна, потому что не вижу второй. Так, вторая сережка есть из камушков натуральных. Так, такая сережечка. Это пластиковая вставочка, это люцитик, ажурненькая окантовочка, швенза, маркировок нет. Такая была у нас раньше. Длинная швенза, такой бочоночек, резной металл, шармик внизу. Так, сережечка, кабошон, черное стекло, швенза. Так, кусочек тоже цепочки. Серьга 2 такой морской волны цвета, бусины ограненные. Вот такая есть красивый треугольный кристаллик с эффектом АБ. Пластиковое колечко где-то 7-7,5. Так, браслет, ну, из этой серии мы с вами его видели несколько раз уже, да, то это нарочито грубо сделанные, но я говорила, да, что любители на эти браслеты есть, поэтому их изготавливают. Вот, я так понимаю, что, наверное, это была серьга, скорее всего, но это пластик, вот это стеклянные бусинки.
Ой, роскошная какая сережка, посмотрите. Это все кристаллы, стекло. Особенно вот этот нижний какой, красавец. Ну, не вижу второй, не помню, была ли такая. Очень красивая. Так, ага, вот еще у нас такая есть. То есть немножко тут будет серег парных. И вот такая есть еще. Так. Подвесик, такой человечек с подвижными ножками. Это кристаллы перидотового цвета и бесцветные. Еще одна в викторианском стиле серьга, красивая, кристаллы АБ, медовые, такой металл под бронзу. Так, серьга такая старенькая, серебряная, 925-я проба. Такая черненькая, ее, конечно, чистить надо, если вторая найдется. Прям совсем черная. Так, такая сережка, типа аля жемчужинка. Дальше, такая смешная. Пластиковый кристалл и какой-то пух подвешенный. Так, идем дальше. Я сразу нашла парные сережки, смотрите. Ну, овалы, стразы внутри. Мне кажется, была цепочка с таким кулоном. Так, вот он, бочоночек этот. Еще пара. Так, вот эта серьга у нас была недавно. Такая была. Такая была, да? Вот эти красивые серьги. А вот нашла сережечка. Я не помню, в какой-то из серий мы такие смотрели. Красивая, да, такая? Много всего. Так что пара есть. Нужно будет найти кулечек сережками. Вот очень интересная пластиковая вставка, ну такая какая-то яркая. Так, это у нас была, наверное, серьга. И вот такая сережка, это красивая, тоже кристаллы, стекло, швенза. Так, пластиковый кабошончик откуда-то отвалился. Ой, красивый какой кулон. Перламутр натуральный. И такая вставка с такими цитриновыми стразами бронзового тона. Красивая вещь. Так, еще один кулон. Не маркирован. Цепь такая грубая, вообще грубая. Ну, назовем это колье чокер, да, но по факту это такая грубого плетения цепь, не маркированная, крупный лобстер. Так, еще одно колечко. Тоже бебе. Сережка. Красивая сережка. Похоже, у меня брошь или была, или есть, не помню. Четырехлистник, брошированный металл, кристалл по центру на швензе. А вот какая красивая. Вот это жалко, что она одна. Я не помню, что была такая. Это металл и эмаль. Горячая эмаль. Красота какая.
Да, и маркировочка какая-то есть. Ну-ка. Так, они, конечно, маркируют мелко. Вообще, если знаешь еще бренд, то как-то можно узнать. Если что-то незнакомое, браслетик серебряного тона, такой брошированный с шармиком простым. Так, ну, потертенькое такое. Браслетик, видавший виды. Дальше. Вот такая, мне кажется, серьга у нас была, да? Или нет? Уже не помню. Мне кажется. Ну, ладно, бог с ним. Мне кажется, что была. Так. Сережки. Металл. Сейчас секунду распутаю. И эмаль. И вижу вторую. Вторая сломана. А жаль. Они, кстати, неплохо смотрятся. И такие тяжеленькие. Так. Это браслетик какой-то упакованный. Made in Korea. Такая змейка. Интересная сережка. Гвоздик. Палочка с дорожкой страз. И веночек на конце. Так. Ну, это бусинки на пенах остались. Так, подвес. В виде сердечка. Спал откуда-то еще один подвес. Ну, много было цепочек, когда, видимо, доставала, распутывала, они поспадали. Вот такая сережечка. Так. Какая-то наградная, наверное, брошь была. Тут что-то висело, потому что ну и еще и буква какая-то похожа на F, так что это даже не американская, это что-то, я даже не знаю, что это. Так. Тоже подвес, наверное. Такой странный. Бронза. И на пенах деревянные бусины. Наверное, подвес. Так, очень интересный кулон. Тут шнурок, он оборван, бог с ним. Лия София. Это натуральный гелиотис, из которого сделали мозаику на пластике. Очень красиво, кстати. Посмотрите, какая красота. Да, его надо куда-то будет обязательно пристроить в хорошие руки. Так, вот такая сережечка. Это стекло Швенца. Такая сережка. Это я рассказывала, да, была, мне кажется, такое. Это под веянием этнического населения Америки. В стиле Наваха. Они такое делают. Ну, вот такая сережка у нас тоже уже была. Так, вот только недавно. Да, отлично. А вот вторая серебряная сережечка. Да, да, нужно будет почистить. Так, браслетик с шармиками, с пожеланиями там всего хорошего такое. Это от чего-то кусочек пригодится для страз.
Вот красивое какое, опаловое стекло какое красивое, просто сказка, под огненный опал. Красота одно. Такая у нас была. Неплохо. Симпатичная такая достаточно, да? Так, вот такая у нас была. Сегодня была даже где-то. Вот она. Так, подвес. А, нет, это серьга. Серьга, крест. Ну, такое на любителя. Так. Еще один браслетик такой медный, простенький. Еще браслетик с шармами. Ну, это такой уже в арабском стиле, какая-то арабская вязь. Так. Колье чокер. Черненый металл. Стразы. Такое простенькое. Не маркированное. Шпрингельный замочек. Так, еще одно колечко симпатичное. Под золото металл и кристаллики. Голубенькие и беленькие. Так. Ну, тут куча одиночных серег. Я сейчас буду тогда их доставать. То есть вот это даже маркировано. Я не вижу, что. А нет, это, наверное, стразы. Так, сережка вот такая, бабочки две. Здесь что-то застряло. А, есть эти бабочки. Они вот так видно были. Вот, симпатичная сережечка. Такая больше детская, наверное. Так. Вот такая серьга с шармиком, со стразами. Еще один из натурального камня. Брелочек. Тоже симпатичная сережка такая. С утратой кристаллов. Подвес красивый. То есть такой граненый кристаллик медового цвета по центру. Так, вот такой подвес. Такой подвес. Такое колечечко маленькое, аккуратненькое. Ой, такой подвес роскошный, с эмалью. Черненым металлом, вставками из кристаллов и с клипом. Я люблю с клипом. Можно одевать на бусы. Так, такая сережечка. Куча уже мелких таких. Может, разберем. Похоже на серебро. Не буду сейчас искать, она такая черная. И марказиты. Маленький подвесик такой красивенький. Сердце. Сережка. Вот пара. Вот такая серьга, тоже викторианский стиль. Черные кристаллы, черненый металл, красивая. Вот такая еще сережечка есть. И к ней пара, кстати, тоже есть, что неплохо. Так, кулончик. Сердечко, два вида металла. Вот такая сережечка. Вот такая, мне кажется, была.
такая, два треугольничка. Шармик откуда-то спал. Такая серьга. Подвесик красивый. Такая. Такая. На любой вкус. И все по одной. Такая. Ну, надо покопаться. Просто я уже даже не помню, что там было в предыдущих лотах, какие серии. Потому что я не только же этим занимаюсь лотом. У меня проходит за день такое количество украшений с гелиотисом. Красивая очень бабочка. Если не найдется вторая, сделаем этот, как он называется, подвес. Я тоже думаю, что серебро. Серебро и марказиты. Кулон сделаем. Вот такая сережка точно была. Где-то в предыдущей распаковке. Так, такая сережечка и бусинка. Вот такая сережка. Вот такая. Вот такая. Кольцо с кристаллами. Такая маленькочка. Гвоздик. Так. Вот такая. Вот такая сережечка незамысловатая. Вот такая. Мне кажется, была, но потеряны бусины. Такими сережками смысла заниматься нет, они ничего не стоят, пока будешь искать кристаллы, потеряешь кучу времени. Так, смотрите, какая интересная сережка одна, роза металлическая с эмалью. Но это с какого-то сета, у меня что-то было, мне кажется, что эйвоновская. Так, подвес, смотрите, какой интересный. Подвес, все кристаллы на месте, цветочек, кристалл, бусины, интересное такое плетение цепочки. И что это? 1928 тоже. Хорошо. Я думала, уже тут в конце ничего не будет интересного, оказывается. И такая еще. Оказывается, тут еще чуть-чуть что-то есть. Так, что это? Ага, я поняла. Значит, это такое украшение. Замок, длинная цепочка. Дальше идет цепочка. Длинная достаточно. Потом дальше такие соединительные планки. И дальше такие две свободно свисающие стороны. Это так называемый лариат. Но только его завязывать не надо, он уже завязан. То есть сделали, все сделали за вас. А вот какая роскошная. А вот такая только что недавно была, да? Где-то была. А вот она. Она еще и маркирована. Я не вижу, что там. Так, очень симпатичный подвесик. Посмотрите, весь усыпан кристаллами. И бейл в кристаллах весь. Цепочка. А, так нам еще три фари под конец досталось. Да, три фари, есть три фари. Берешь в руки и сразу чувствуется разница. Так, ну это какая-то ерунда. Дальше такой подвес. Не знаю, это или си, или доллар.
цепочка без колечка, ну, обычная, обыкновенная. Колечко надо одеть и подвесить подвес. Вот еще один подвесик, подвес-веночек, стразы, цепочка, замочек шпрингельный, маркировочек нет. Так, тоже что-то интересное. Так, значит, это чокер, состоящий маркированно. Восемь. OOR, наверное. Так, очень симпатичная цепочка, которая идет в четыре, да, ряда. Четыре ряда. Граненые мелкие шарики. Три замкнутые, а четвертая просто свободно свисающаяся и завязанная. Тоже симпатичная вещь, такая повседневная. Так, еще один, смотрите, такой, не знаю, пирамидальный подвес. Очень тонкая цепочка, прям тонкая-тонкая, как паутинка. И что-то маркированное даже. NM. Дальше. Let the light in. Подвес, треугольник. Цепочка. Лобстер. И вот такая маркировка. Я не знаю, что это значит. Еще один. А, это украшение порвано. Оно маркировано. VB. Да. Такая симпатичная цепочка. Но она разорвана. Я не знаю, удастся ли ее соединить или нет. Так. Браслетик. Серебряный. Видите, под конец досталось нам. 525, да? Да. Обычный такой, простенький. Как-то много прям серебра, да, сколько уже тут. И сережки, и подвес, и еще одна сережка без пары тоже. Так. Колье двухрядное. Первый ряд коротенький с подвесом и стразиками, второй более длинный, такая вот, я не знаю, палочка, палочка-выручалочка, удлинительная цепочка, лобстер и incorporation маркировка. Так, а вот, я так понимаю, что это, наверное, набор какой-то. Два вида цепочки с абсолютно одинаковыми кулонами, поперечно устроенные. Одна под розовое золото, вторая под желтое золото, потому что оно вместе и носится. Так. Еще одна цепочка. Не маркированная, без кулона. Такая вот такого сложного плетения. Шарик, трубочка, шарик, трубочка.
Так. Это, я так понимаю, наверное, браслет, да? Да, браслетик. Такой незамысловатый сердечко. Так, и все, мы подходим к финишной прямой. Последние у нас три украшения. Это подвес сердца с кристаллами, тонкая цепочка. Лобстер, удлинительная цепочка, ну, такой, ничего особенного. Дальше такое колечко, битый металл на резиночке. И последнее украшение, подвес бусина, кожаный шнур, лобстер, удлинительная цепочка. Ну, собственно, вот и все. Мы с вами посмотрели. 20, по-моему, 6 паунтов у нас было, да, около 13 килограмм украшений. Но много было очень интересных вещей, много вещей, требующих ремонта. Я надеюсь, что вам было интересно и весело. Поэтому оцените мой труд, ставьте лайк, подписывайтесь. Вот, и приходите, дальше будет. Всего хорошего. Have a good day. Bye-bye.